Раздел «Внимание и память» включает в себя такие направления, как тренировка внимания, пространственные представления и ориентиры, тренировка памяти. Рассмотрим примеры тренировки внимания. Включают такие темы, как поиск одинаковых предметов, поиск сходства предметов, поиск заданных предметов, поиск лишних предметов, элементов в таблице 3x3, 4x4 и 5x5. Одно из самых сложных тем и заданий для ребенка – это поиск заданных предметов. Например, раскрась предмет по образцу. Ребенку предлагается образец, квадрат красного цвета с острыми углами, квадрат синего цвета с закругленными углами и круг желтого цвета. Три маркера, с помощью которых ребенок может выполнять эти задания. Например, достаточно сложно бывает сориентироваться, очень просто можно исправить ошибку и получить правильный результат.